Но также полны духом сегодня были юные спортсмены в Тульской области, в городе Новомосковск. Они играли со сборной легенд российского хоккея. Вячеславу Фетисову, Игорю Касатонову и Павлу Буре противостояла команда под названием «Детская сборная мира». А вошли в нее участники международного турнира «Еврохим-2017». Первое место в турнире заняли спортсмены из Казахстана. Ну а награждал победителей тульский губернатор Алексей Дюмин, который и сам выходил на лед в составе сборной легенд хоккея. Это уже пятый турнир у нас подряд. Турнир с каждым годом организация повышается. Я считаю, что мероприятие прошло на высоком уровне. Мы принимали 8 иностранных команд. Я считаю, что сегодняшнее событие – это популяризация спорта, популяризация хоккея в России. И это очень здорово.